Специалисты скажут, стартовала кампания по посадке цветов, а брестчане неотразимо улыбаются. Весна в разгаре. В Бресте с 20 апреля работники коммунальника начали бережно высаживать цветы, а брестчане уже успели оценить первые результаты работы. Уже замечательно все, видим, что работы идут, будет с каждым днем, наверное, все красивее и красивее, уже все расцветает потихоньку. Красиво украшено, ну, я думаю, летом еще будет красивее. Власти города очень ответственно отнеслись к украшению нашего города тысячелетию, поэтому думаю, что это только начало, и перспектива будет очень полезная, потому что это радует наших гостей и наших жителей. Классические петуния, бегония, виола, пеларгония будут радовать глаз в этом сезоне. И новинка – кустовая роза. В клумбах и композициях появится порядка 30 тысяч этих растений с огромным количеством красивых бутонов. Первыми цветочный наряд примеряют центральные улицы – Советская, Московская, Энгельса, Ленина, Мицкевича, Гоголя, бульвар Космонавтов. Центр города. Здесь переплетаются сотни цветов, их краски, формы и размеры. Компании цветочного оформления в Бресте приступили где-то около недели назад, и уже сегодня цветочная карта города стала богаче на сотни растений. И да, в этом году красноречивее всего о цветочной кампании расскажут не эпитеты и метафоры, а цифры. К тысячелетию украсит Брест должны порядка миллиона цветов. Это значительно больше, чем в прошлые сезоны. Мы начали посадки после 20 апреля, ну и будем продолжать их, скажем так, не этапами, а постоянно, это аж продлится до начала сентября. Вообще работа по посадке цветов нелегкая, долгая и кропотливая. Для начала нужно как следует подготовить почву. Сейчас подготавливаем почву для посадки под однолетнюю рассаду. Здесь будет петуния трех видов, но у нас на данный момент здесь два, потому что еще будем брать не один раз рассаду. Поэтому работаем, перекапываем, выбираем камни, мусор растительный. Выгребаем, выравниваем почву и высаживаем. Очень много гостей, экскурсий в нашем городе, поэтому слышим много хороших отзывов. Ну, естественно, очень приятно слышать и виден, когда работаешь и видишь труд своей работы и получаешь от этого удовольствие, тогда да, это зачет вдвойне. Когда цветочные композиции пестрыми коврами украсят Брест, все, кто выращивал рассаду и высаживал каждый яркий горшочек, надеются, что брестчане смогут не только по достоинству оценить красоту, но и сохранить ее. Ведь, как признались в нашей съемочной группе сотрудники коммунальника, вандализм до сих пор остается одной из самых болезненных ситуаций. Берегите прекрасные петунии и хрупкие бархатцы. Только вместе мы можем поддерживать красивый облик Бреста.